Сейчас те, кто не хочет оформлять карту болельщика через госуслуги, то есть второй вариант. Вы можете лично прийти в многофункциональный центр и все оформить здесь. Как это сделать, сейчас покажу. Пойдемте. Мы подходим к стойке регистрации, вам нужен только паспорт. Пойдемте. Здравствуйте. Добрый день. Оформить карту болельщика. Вы заявку не подавали? Человек? Нет, заявку я не подавала. Вас нужно сфотографировать. Когда вы подходите к окошку, вас спрашивают номер телефона и паспорт. Если вы не сделали фотографию до, то все сделать можно уже здесь, в самом МФЦ. Подставляют вот такой фон, как вы видите. И сейчас я буду фотографироваться на веб-камеру. В течение 5 минут на ваших госуслугах в разделе «Мои документы» у вас будет карта болельщика. Ей будет присвоен номер. С этим номером вы покупаете билет. У вас формируется QR-код, и с ним проходите на стадион. Оформление у меня заняло буквально 5-6 минут. И все, карту болельщика мне прислали, посмотрите, вот она. Теперь я могу заходить.